Ой, темно, не видно. А вот солнышко вот так. Вот так вот видно, да? Потом поближе покажу. Сейчас расскажу. Доски вот здесь вот 190. Потому что она была 200, там сточи, ну, обстругали 190. Здесь 100, 150. Короче, примерно там 15 на 15, как положено. Здесь, значит, сейчас я скажу, что вот это... А, вот это сделал я с полукруглых вот этих. Раскладка называется. Это, по-моему, на 15 кругляк. Вот это десятка кругляк. А это палочки то ли сушат, я не знаю, откуда сушат. Но эти я такие покупал. Короче, там 4 доски. Там были они струганы, я их, знаете, чем? Я вот этих ободрал, вот. Вот это я. Это, по-моему, вот это. Вот соковыжималки или откуда-то ободрал. Знаешь, как обдирать хорошо? Вот, чтобы этому птенцу мой нам было вылезти. Так, что хочу сказать? А, сейчас скажу отверстие, насколько у меня. Отверстие у меня, сейчас я скажу, вот оно. Так, а тут написано. Сейчас скажу, написано. Это на 45. Что хотел сказать? А, высота, ну все, нормальный стандарт тут. Так, пока не забыл. Примерно сантиметров 35, я не помню, наверное, вот здесь где-то у меня. Да? Сделано здесь. Это, значит, потолок там. Нормальный потолок, но двойное. Видно, нет? Что я показываю-то? Вот так, кто-то звонит кому-то. Ты у меня что ли? Да, он там звонит. Кто-то. Что? А, дно двойное, второе дно вставлено нормально, друг к другу прикручено. Там без этого, чтобы не дуло, не подувало. Еще забыл, что хотел сказать. А, это все не хромовым резаком вырезано. Да все вырезал не хромовым резаком. Тут потом тоже просто обработал наждачкой. Что-то еще хотел сказать. Да, забыл. У меня батарейка садится. Я, как всегда, забыл. А, в следующий буду делать круглый вот так. Только не вот так вот, не горизонтально, а вертикально. Вот так круглый буду делать. Если у меня кругляка хватит. И этот хочу сделать. Я забыл мультик-то. Вовка в 39-м царстве. Вовка в 39-м царстве, эту печку буду делать. Что хотел еще сказать? Что забыл? А, крепить я буду. Короче, приходят проволоки крепить. Я говорю, да, вы видели, как проволока? Проволока в дерево въестся, все, и еще хуже будет. На 3 самореза с садовым варом. Почему я на саморезы? Потому что, ой, говорит, гвоздь. Знаете, сколько у нас осколков было, когда пилорама была? У нас сколько осколков пил по эти самые, как его, зубы поломанные. От осколков, от пуль. Вы ковыришь осколок, вот если, например, осколок вот такой, да, ну не осколок, пуля, вот, ну какая пуля? Вот такая пуля, да, у нее раза в 3 всего, вот так вот, посиневший. И то, где пуля чуть-чуть темно-синяя, а потом светлее-светлее еще, ну с яблока, вот такая вот у нее всего, только болячка на этом самом. Так плохо. Сейчас поближе попробую. Все, там-то ничего, там ничего, 3 гвоздя, тем более на этот самый, как он называется-то? На садовый вар, и я тем более, сейчас я поближе сделаю, чтобы видно было. И тем более я потом осенью снимать буду, они у меня рядом с домом. Вон тут мне сколько до леса, смотрите. Вон тут до леса-то, вон, видите, чуть-чуть, 200 метров до леса. А это у меня, сейчас я, ладно, маленько покажу, как он выглядит. Сейчас я покажу, если у меня получится, сколько я наляпал. Эй, ау, где вы там? Видно, нет? Вон они у меня висят, ой, елки-палки. Эх ты. Вон их там сколько. Вон, смотрите, да не все еще. Вон там еще есть. Видно хоть что-то? Вон там их. Миллион. Раз, два, три, четыре. Еще буду делать. Зажал, неплохо крутится. Ну, понятно, да? Вон, видите, сколько. Вот так вот. Все. Сделал скворечник. Ай-яй-яй-яй. Все сломал тут, все поломал. Сделал скворечник. Вот что так лучше смотрится. Так ему светлее. Да, не туда. О, сейчас я по-другому покажу. Потому что я показывал плохо, сейчас я покажу. Я же приблизил и показал, а сейчас подальше сделаю. Вот теперь их видно, наверное, да? Ну-ка, где вы там? Все криво. Все падает у меня. Что-то я переломал тут все. Ну, вон, видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там синицы у меня живут. Они, я не знаю, может, они даже ночью ночуют. Я думал, что она залезет, семечку возьмет и вылетит. Не, она там сядет и сидит, греется. На солнышке или чего, не знаю, когда солнышко с утра. Вот так вот. Все, всем пока-пока. Пойду делать еще скворечники.